ребятки. Чувствуете запах мандаринок и апельсинок и всяких вкусненьких ништяковых салатиков, доносящихся с кухни? Да-да, это наступает именно он. Это Новый год к нам приходит. Вот, значит, и с этим событием я вас спешу и поздравить, так сказать. Ну и как принято во всяких больших таких этих компаниях, да, и заведениях, принято подводить итоги прошедшего года. Ну, давайте попробуем с вами и этим заняться делом. Значит, не будем затрагивать всякую реальную жизнь и события, как бы там было много всего интересного и не очень. Ну, да бог с ним, было и было. А мы рассмотрим с вами нашу мутварсковскую, пазловскую вот эту вот всю историю. Ну и как бы в этом прошедшем году уже ознаменовалось он такими двумя знаменательными событиями для меня. Это, значит, основание нашего горячо любимого и, наверное, многим бесячего альянса. Дарки, да, Шарки, Эмпайры, которые, да, ДСЕ, скажем так. Ну, так вот, летом буквально мы решили собраться с ребятками, с девчатками. И вот такое вот мероприятие у нас получилось. Но, как бы, как говорится, мы стараемся. Мы стараемся, но не всегда получается, как говорится. Иногда бывает дороговато играть в эту бесплатную игру. Но мы делаем все, что в наших силах. Также хочется отдельно пунктиком, скажем так, поздравить двоих членов моего альянса, это Мишу и Игорька. У них в этом году случилось пополнение их семейства, поэтому поздравляю от всей души, желаю ребятам маленьким бесконечного здоровья, родителям безмерного терпения, и чтобы они подрастали и на смену папкам приходили, играли в эти мифварсовские пазлы, чтобы они еще папок-то тут делались. Вот. Ну и еще, конечно же, если дело касается альянса, то есть у нас одна девушка, всеми нами горячо любимая, это Оленька. За Оленьку мы все очень сильно волнуемся, потому что она у нас девочка-растеряшка-потеряшка. Оля, береги все, что тебе дорого, пожалуйста, ничего не теряй. Вот, ребята, ну, и всех остальных ребят своих из Альянса, конечно же, я поздравляю с наступающими праздниками. Всем всего самого хорошего и замечательного. Ну и как бы вторым пунктиком всей вот этой вот истории, конечно же, хочется отметить создание моего ютубчика-канальчика, собственно, на котором это все дело вы и смотрите. А как бы также хочется сказать спасибо Танюшке, главе нашего альянса, которая была таким очень мощным идейным вдохновителем создания всего этого дела. Как бы во многом, скажем так, я благодарен ей, что этот канал случился, и вот он получился именно таким, какой вот он сейчас и есть. Ну и, конечно, ребята, девчата, огромное спасибо всем вам, которые вы подписались на этот канал. Это на самом деле очень важно для меня. Спасибо вам большое за ваши комментарии, за ваши реакции в виде лайков и дизлайков там и всего прочего, за ваши просмотры, за ваше потраченное время. Это как бы, да, еще раз повторюсь, для меня важно, потому что это как бы оценка всей моей деятельности и, скажем так, моего такого творчества.
Поэтому я вам безмерно благодарен и спасибо, что вы есть. Также вас всех с праздничком. Ну и как бы все вот это вот дело резюмируя и подытоживая, как бы, ну что, ребята, девчата, всех вас я поздравляю, и своих подписчиков, и тех, кто просто мимо ходил, там, да, на видосик наткнулся, решил посмотреть. Всех вас я от всей своей дамаджевской души поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаю вам, чтобы все то плохое, что было в этом году, оно осталось в нем. А все прикольное и позитивное забирайте с собой в Новый год. Пусть он приносит вам только радость, удачу и успех. Пусть все ваши задуманные дела исполняются. И все у вас ладится и получается. Ну и, конечно же, хочется всем вам пожелать удачи вот в нашей всеми любимой игрушке, чтобы призывы вас всегда радовали, войны вас не бомбили, да, как это часто бывает, а рандом китайский тот самый был к вам всегда благосклонен. Так что всех, ребята, с праздниками, всем удачи, успехов и всего-всего-всего самого хорошего. Ну и, конечно же, мы увидимся уже с вами в новом году. Ну и я думаю, что будет много всякого интересного контентика там. Так что, ребята, не теряемся, отмечаем дружно, весело, задорно. И возвращаемся в новом году с новыми силами. Я думаю, что у нас будет все хорошо. И всем пока-пока.